Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас продолжение прекраснейшей игры под названием Lost in Vivo. Ну-ка себя, оп, посмотрел. И играем дальше. Так, у нас, значит, в предыдущей серии мы поняли, что у нас пропала собака, которая, оп, надо сделать вот так, которая у нас, с которой мы гуляли, и которая просто взяла, и не помню каким, потому что я был очень увлечен, и я, по-моему, пропустил всю эту ерунду, заставку, и получилось так, что она просто провалилась в этот, как его, водосточный слив, в ливневку, короче, она ушла, и мы оказались здесь, мы за ней полезли в канализацию в эту, и получилось вот так. Вот, следовательно, мы открываем дверку. Напомню, это хоррор, очень страшный, кстати. Я скажу тебе, что он страшный, я сейчас водичку сюда вот уберу, чтобы, оп, чтобы вообще ничего страшного не произошло с водичкой, по крайней мере. Здесь можно без фонаря, конечно, бегать, но не советую я вообще бегать в этой игре без фонаря, потому что здесь очень-очень страшные вещи происходят, кошмар, просто прям обосраться. Куркур, непонятно, что написано, не на русском что-то вообще. Здесь не на русском, блин, игра не русская. Ужас просто. Опа, бачком, бачком, бачком. А вкид. Нон-стоп, диско, драгон киллер, убийца драконов. Это что-то из Скайрима. Или нет? В какой-то мы школе. А, это метро, наверное, как раз. А, я же говорил, что... Что ли? Чё гудишь-то? А, я же говорил, что мы в метро. В прошлой серии, по-моему, я это сказал. Ну, когда я еще мог сказать, если... ну, когда там прогудело все очень громко. О! Собака, блядь! Вон там! О! Пикап. То есть я сейчас по путям, что ли? Это что? Это получается как это? Как эта игра называлась? Помнишь? Нужно было бегать за... Ой, от охранника. По этой. В смысле? А как мне туда спу... Что это постоянно тут вот машется? Ну-ка, блядь. А куда мне нужно пойти-то, я не пойму. От чего этот ключ был? Что это за ключ и... Как мне его использовать? То есть, вот что вот это вот за херня такая, которая вот это вот так вот делает? Непонятно, что происходит. Ладно, трэш. Мусорь, говорит, пожалуйста. Не буду. Отвлекаюсь просто, да, очень. Очень отвлекаюсь. Unlocked. Unlocked, блин. По дверям по каким-то лазью. Не по. О! Компьютер. Ну-ка, а что здесь есть, нет? Что-нибудь интересное? Ничего. Open the station. Ну, есть, типа, station open. То есть, что я сделал-то вообще? Station open. А, я теперь за собакой за своей могу поехать. Звучит очень разумно, на самом деле. Я встану вот здесь вот и буду смотреть на вагоны, которые будут спереди... Ой. Там, где мне не страшно ничего. То есть, блин, а здесь мне везде все страшно. Чё, Рид? Записка. I don't want to go... Я не хочу идти, я просто хочу остановить поезд. Я хочу стоять в темно, где темно, и никто меня не видит. Понятно, все. Я подтянул английский с предыдущей серии, и поэтому сейчас ты можешь прекрасно... не прекрасно, а наблюдать мой прекрасный английский. И я куда-то еду, и я не понимаю вообще, зачем я еду куда-то. То есть, может, надо просто пройтись по всем вагонам и почитать все записки? А кто в этом поезде? Изучите это... Ну, типа, наверное, очень страшно было, но я ничего не понял, что произошло. То есть...
I can see inside. Я не могу посмотреть внутрь. Кто в поезде что-то? Open. Чё open-то, блин? Чё я нажал-то хоть? Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ладно, пойдем дальше. Мы ищем собаку, если ты не помнишь, то мы ищем собаку, которая заблудилась в темноте этих тоннелей. Мы тоже заблудились в темноте этих тоннелей, но просто, ну, мы сейчас развлекаемся, мы бегаем просто, изучаем, так сказать, бетонные стены, бетонную вот эту вот всю эту ерунду, короче, так сказать, архитектуру местных подземелий изучаем. Мы нашли... Опа. 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 Опять вон там херня какая-то. Так не должно быть, я думаю. Да блин, да что ж такое-то, ну? Ботинки чьи-то. Кто-то ботинки скинул свои перед тем, как умереть. Я предполагаю, что умереть, потому что никто ботинки свои просто так не оставил. Опен. Упчики. Здорово. О, блин, здорово. Сейф. Мы сохраним... О, пропала эта хрень. Мы будем сохраняться так часто, как это возможно. То есть... Опа. Damage handgun pickup. Ёлки-палки. Слушай, это вообще не к добру на самом деле, потому что если здесь есть в кого стрелять, значит, в этого кого-то нужно будет... Опа. Значит, в этого кого-то нужно будет стрелять. А если в этого кого-то нужно будет стрелять, то... Так, можно будет на колесико. Ну, на ку удобнее, конечно. Если в этого кого-то можно будет стрелять, то... Это вообще не очень хорошо. Потому что, значит, он очень выносливый для начала, да? А не для начала, он еще и очень собака... Либо далеко находится, либо очень быстро бегает. Потому что если он... если в него нужно стрелять, то это, на это есть причины, да? Понимаешь? Понимаешь, о чем я, да? Если сила питания goes out on the tracks, ты имеешь перезагрузку всей системы. Или wall, не знаю, что такое. Разрешение для этого и получить секции и повернуть тормозные... коробки. Вернуться сюда и перезагрузить систему. I've barely been able to keep the power on, so that's about all this advice besides quitting I can give. Непонятно ни хрена, что он там сказал, но мы нажмем вот этот рычажок и пойдем отсюда нахер, потому что мы не поним... О! Угу. А здесь есть, где здесь я нахожусь, нет? Нет, не написано, где здесь я нахожусь. Ну и ладно. Мы, в принципе, на это не особо претендовали, потому что, ну... Блин, слушай, это... Игра, это, блин, это не хоррор, это уже какая-то головоломка. Нахрена мне все это нужно думать? На английском тем более. На русском что, сложно было написать, что ли? Ёлки-палки, я ж в России живу, нахрена мне на английском, на вашем все это? Знаешь, больше всего напрягает... Лучше бы пугали, блин. Потому что больше всего напрягает, когда ничего не пугают. Ой, блин, слушай, я куда-то... А, это... Вот эта хрень, которая носится постоянно туда-обратно, она меня прям очень-очень сильно напрягает, потому что, ну, ты, типа, ничего там не ждешь. А игра подразумевает, что я сюда пойду, потому что здесь даже фонариком подсвечено. Ой, блин, что происходит вообще? Локоть с другой стороны. Тебе кувалда нахрена, ёлки-палки. А. Ага.
Изучил, понял, как это пользоваться, как этим пользоваться. Локт, блядь. В конце концов. Вы что, фильмов не смотрели, что и как это работает? Open. Open, отлично, open. Мне кажется, в метро такого нету. Слушай, там солнышко и небо, а я хожу здесь и ищу собаку. Нас сейчас расслабили вот этим вот. Сейчас будет очень-очень страшно, потому что мы ходим как по какому-то лабиринту. Типа здесь должно быть очень-очень страшно, я так предполагаю, потому что, ну, мы сделали круг. Или нет? О. Серьезно? Это ты хочешь сказать, что мне идти обратно нужно? Игра прекрасна, лучше бегать. Потому что, во-первых, это быстрее, это практичнее и интереснее. На самом деле, я говорю, я хотел сказать что-то, а потом я забыл просто, что хотел сказать, и понял, что я ничего не сказал. Вот, может быть, это открыто. И это заблокировано. В конце концов, так где-нибудь будет открыто здесь или нет, я не пойму. Я просто сходил уже туда сходил, блин. Здесь везде закрыто, блин. Сейчас водички бахну. Не водички, а компотику. Будешь? Иди налейся что-нибудь попей. Потому что это... Это надолго. Что это за хрень такая? С упорами, с какими-то. Типа... Может быть, на эту станцию нужно сходить? Блин. Я не знаю, будет ли звук, когда я... Говорю, типа, на вот этих переходах. Потому что видео, скорее всего, тормозит. Не скорее всего, оно тормозит на переходах, на этих свепки. Вот. А Scroll the Adventurer. Чего, блядь? Так. Ну, какая-то херня красная лежит. Ничего интересного нету. Здесь ничего нету интересного. Ружье, ёб твою мать, ружье. Вы серьезно? Вы, блин, прям серьезно, да? То есть вот прям вот охренеть как серьезно. То есть прям на. Куда? Куда я иду, вообще не понимаю. У меня есть ружье, кувалда и пистолет. И я куда-то иду. Звучит очень, устрашающе. На самом деле страшно мне, а не кому-то. Нет, сюда не пойду, я пойду вот сюда. И свистеть я уже не могу. Если попробовать нажать на пробел, который нам говорили, нажимай в самом начале игры, то нет, я уже не могу нажать на пробел. Ну, точнее, я могу нажать на пробел. Также кнопка типа нажимается, она не заблокирована, ничего такого страшного не произошло. Но он не свистит уже, все. Все, досвистелся, блин. Open. Сколько можно ходить-то, блин? Сколько здесь дверей? Broken. Спасибо, хоть тут. Broken. Я вовсе. Блин, а тут закрыто. Locked. Хорошо, эта дверь закрыта. Значит, можно идти спокойной душой обратно. Пришел я сзади, в принципе-то. Это, я так понимаю, следующий проход, поэтому нам нужно идти дальше вправо. Я буду ходить с ружьем, потому что с него хрен промажешь, я думаю. Потому что это дробовик, скорее всего, и типа... С пистолета-то промазать гораздо проще. О, чё-то к чему-то нас готовят, я так понимаю.
такому, что уж прям вообще капец, как страшно будет. Ты в какой-нибудь игре вообще видел? Вот это даже не шутан, это просто обычный хоррор. Broken. То есть это обычный хоррор, не то что обычный, он инди-хоррор, пиксельный инди-хоррор, в котором нам дали оружие, в котором сперли нашу, блин, собаку, которая никому ничего плохого вообще в принципе не сделала и сделать не могла. То есть даже если бы она покусала кого-то, ну блин, ну давай я тебе денег дам, елки-палки, в конце концов, имей ты совесть, нахрен ты ее забираешь, мою собаку? Вот. А тут нам дают патроны. О, бля. Ты видишь это, да? Ну-ка, блин. Это какой-то повешенный хрен висит. Но ему, мне кажется, все равно, потому что я его увижу, скорее всего, в соседней комнате в какой-нибудь. Так, это мы перезарядим. Не к добру все это дело, на самом деле. Я что-то прям... Мне сейчас не страшно, мне сейчас интересно, блин. Вот к чему мы вот бежим вообще? Куда? К чему это все приведет? Блин, стоп. Откуда я пришел-то вообще? Может быть, отсюда. Честно, не могу даже знать. Откуда я пришел? Я заблудился уже. Ну да, здесь я взял патроны. Здесь я взял патроны, а здесь я взял ничего. Broken. Вышел отсюда, пошел туда. Карта здесь есть? Здесь нет карты. Здесь нет ни хрена. Здесь вот есть инвентарь, флешлайт, тыры-пыры, 8 дыры. Check map M. То есть M-то все-таки есть, только... Я нажимаю на M, ничего не происходит. Может быть, я ее просто не нашел, эту карту, поэтому у меня нет доступа к ней. Ну ладно. Пойдемте мы вот сюда. Мы же должны что-то хоть чего-то испуг... Мы здесь были, по-моему, да, здесь вот был... Broken. А здесь был этот хрюкающий хрен, да? Ну да, 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 именно здесь он и был. Значит, мы идем обратно в соседний коридор. Налево сейчас. Если там нет сетки. Нет, направо, значит. Направо, да. И идем. Ну, это здесь все закрыто. А, стоп. Вот тут вот ключиком открывается. Так, ну ладно. Это значит не отсюда, тыкать это бесполезно. Значит, мы идем в другое место. Я просто вообще не понимаю, что мне нужно сделать. Я играю уже 20 минут почти, а никакому логическому этому какому-то, ну, итогу типа серии никак не подходит. То есть серия уже по-хорошему закончиться должна. А я еще... Не то, что закончить ее не могу, вообще ничего не могу сделать. То есть ничего не произошло. Это даже, блин... Ну, блядь, здорово. Не, сюда я не собирался выходить. Мне нужно вот сюда, вот направо. В дверь, вот в эту я хотел выйти. Lost tape. А, это кассетка, да, потерянная какая-то. Ну, ладно. Это типа секреточки было, что-то... Что-то очень полезное, наверное, может быть, в конце нам дадут. Но это потерянная кассета номер 2, где-то номер 1 была еще.
Так, ладно. Тавящие звуки уже начались. У меня от этого вообще на самом деле не легче, потому что, ну, 20 минут уже прошло. И серия планировалась на 20 минут, а... О, свет моргает, зашибись. Что-то страшное сейчас будет, наверное. На самом деле я не верю, что сейчас будет что-то страшное, потому что, ну... О. А может быть, нас просто не научили пользоваться этими херовинками, ложками вот этими, которые я нашел. Это с другой стороны закрыто. Ладно. Не хочешь открываться, значит не нужно. Значит, мы пойдем в другую дверь. Я просто хочу хоть что-то полезное сделать в этой серии, потому что, ну, ничего вообще не сделал. Так, здесь я был. Ну, там я единственный, где не был. И свистеть я также не могу. Коминг октябрь 2017. Какой октябрь 2017? Уже ноябрь 2019, а ты все. О, туалет. Туалет это. Что здесь случилось? Собаку твою резали, ёб твою налево. Так, ничего здесь интересного нету. Я не знаю, что произошло. Я не веселый, я очень уродливый и... типа не ре... Но я просто здесь. Да, откройся ты. Экзамен можно сколько угодно делать, да? Больше ни хера здесь сделать нельзя. Кто-то здесь очень... Ходит часто в туалет. Вот что я хочу заметить. А с этой стороны... в толчке по-любому что-то будет. Я это... Уверен больше, чем на 100%. Потому что... Не? Серьезно? Что так странно это все? Ладно, поехали дальше. Так, это... Брокен. Ладно. Таракашки бегают. Эти двери красного цвета, они самые страшные, потому что красный цвет это цвет опасности. Ну-ка, блядь, выходи. Че это? Твою мать. Чуть не помер. Я не знаю, почему я испугался, но очень страшно было. Включи обратно, пожалуйста. Тихо ты. Так нечестно, блин. Тихо. Это мне в этой комнате отстреливаться нужно или что? Где-то здесь вот.
делать-то? Сколько это можно будет продолжаться? Свет на меня зажгите кто-нибудь. Может, не бежать нужно? Я крайне экономный, я хочу заметить. То есть она меня бьет еще, собака такая. Так, и куда мне? Дальше ты чё? То есть я потратил просто хуевую тучу патронов просто так. Я понял, я дурак. У меня ни ума, ни фантазии. Я просто потратил патроны, ёлки-палки. Блин, туда нельзя. Значит, можно обратно, логично же. Ни хера не логично, может, вот сюда куда? Ну, давайте сохранимся и на этом закончим, потому что что-то как-то вообще ни к чему логическому завершению никакому не привело наше похождение, и получается, что я просто полчаса проходил просто так, пострелял в монстров, и ничего не происходило. Вот. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, если я еще не сказал этого. До встречи в следующих видео, ребят, всем пока.